Конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик Чувашии-2014» прошел в 6-м микрорайоне города Чебоксары. Наша съемочная группа побывала на этом соревновании профессионалов своего дела. Архитектурные ансамбли, колоннады, полуарки – все это в буквальном смысле слова дело рук каменщиков. Именно каменщики высокой квалификации способны поразить своими творениями. И в этом году после долгого перерыва соревновались в ловкости и мастерстве профессионалы 6 организаций на конкурсе лучших каменщиков Чувашии. Я думаю, что все очень равны. Это на самом деле видно на сегодняшний момент. Все идут достаточно ровно. А сложных моментов, ну, у этих людей, я думаю, нет. Потому что это их жизнь, это их работа, это то, чем они кормятся, то, чем они живут. То есть глины и песка у нас очень много, и сам Бог велел строить нам именно в этом исполнении. И, разумеется, каменщики здесь у нас очень востребованы. Да что тут говорить, они у нас по всей России ценятся. Поэтому как бы конкурс этот необходим, и проведение его, ну, всегда будет правильным. Работа 7 звеньев и 6-часовой рабочий день. Именно в таком режиме проходит сегодня конкурс. В этом соревновании лучшим признают того, кто быстрее и качественнее выполнит свою работу. Вот только это еще не все. Обращать внимание при подсчете баллов будут и на мероприятия по охране труда. Критерии качества, охрана труда и объемы, конечно. За объем, сколько кубов клали, и какое качество, и технология кладки по этим критериям расценивают. Кладка кирпичей, создание напусков и поясов. Для кого-то это просто набор слов, но не для участников данного соревнования. Строить дома – их призвание. Защитить честь своей фирмы. Ну, не знаю, и, может быть, как-то себя показать. Все тут люди. Так что, думаю, возможности у всех одинаковые. Подобный конкурс не проводился в республике уже довольно давно. И сегодня, так сказать, возрождение традиции. Кстати, лучшие каменщики этого года будут представлять Чувашию на подобных конкурсах федерального масштаба. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.